В 10 часов утра в субботу были открыты 3 избирательных участка для голосования по выборам состава общественной палаты района. В Дмитрове участок был открыт в Центральной межпоселенческой библиотеке. 2 других разместились в культурно-досуговом центре «Каскад» в селе Рогачево и в Доме культуры «Керамик» в поселке Катуар. Многие дмитровчане не понаслышке знакомы с эффективной деятельностью общественной палаты района, поэтому активно включились в выборный процесс. Всего в этот день проголосовало 817 человек, в том числе в селе Рогачево более 60 человек и в поселке Катуар более 140. Граждане имели возможность выразить свое мнение, отметив одного или целую группу кандидатов, достойных, на их взгляд, быть избранными в общественную палату Дмитровского района. Единые требования, предъявляемые кандидатам в члены общественной палаты, это гражданство Российской Федерации, постоянное проживание и регистрация на территории Дмитровского муниципального района, а также возраст старше 18 лет. Сейчас идет подсчет рейтинга дмитровских общественников, после чего будут определены 45 членов нового состава районной общественной палаты.